вторая рука тоже не. Потому что если трос пойдет в сторону. Немножко в домок. Держи вот так, хорошо? Не замкнуть нельзя. Смотри, вот это только на взлете и на посадке. Когда уже в полете будете лететь, у вас лети отлично, там заряда спокойно. Я ничего не вижу. Снимаю вслепую. Что-то снялось. Нет, так красиво летает. Ну, замечательно. Вы на посадке не ушиблись? Нет, то есть, легко подхватили. Да? То есть все. Давайте еще чуть-чуть подальше отойдем. Вот за дугу крыла. Раз, контроль. Еще раз повторите. Проверка связи. Все слышу хорошо. А, Сереж, готов тандем, пошел. Принял. Бежать. Плавненько. Все нормально. Станислав, пассажира там усадим нормально в подвеску, пусть руками себя подтянет в подвесную и сядет нормально. Чтоб, ну, не висел просто. Не-не, тут другая проблема, он очень сильно на спину заваливается в таком случае, пока никак. Ну, смотри, если еще там отцеп запрашивай, ногами ножницы, я наблюдаю за тобой. Сейчас стабилизируется полет и нормально он сядет. Держим влево. Левую гриланту держим. Сережа, сбрасываем тягу, готовимся к отцепу. Сбрасываю тягу, готовимся к отцепу. Есть отцеп, мотаем. Все то же самое по пологой такой глиссадке мы ловим.
кстати. Ух ты! Классно так! Закончено. Я так хочу. А вас броник тоже покрутил немножко? Ну, он чуть вот так. Ну... А не вот так. Ух ты! Поспокойнее, броник, выходи из спиральки. Выходи, выходи, плавненько. Ты выстраиваешь себе длинную кислоту по лобу. Рано, по вдоль идем, по вдоль. Чуть направо провалился, налево точнее. Все, не крутись, не крутись, выравнивайся плавненько. Чуть-чуть даже не приваливайся. Не зажимай, не зажимай, лучше по пологой. Чуть-чуть притормози. Не зажимай, не зажимай. Идем по лобу. Классно. Да, давайте, конечно. Так, сейчас. Ногу поставь, колено. Так, я видел. Давай, я крылышко расправлю даже. Вань, все, это тебе рядом. Вань, я ничего не вижу, поэтому я щелкаю наугад.